Так, поехали, да? А это у нас что за линия, вы держите, да? Это линия у нас номер 4. Да, ставьте на четвертую дату, да. Вторая справа, да. Есть. Так, сейчас мы тут, вот. Значит, на этой линии у нас что? Мало, да? Ближе, очень ближе, мало, ближе, да? Ближе, да, ближе, вот так ближе, вот, да. На этой четвертой линии у нас мало и провод короткий, да? Нет, провод достаточно длинный. А, хотя нет, это осушки, которые здесь, нет, рядом, да. Буквально 20 метров, вот, 10 метров. Здесь вот все красиво-то, ага. Вот здесь все классно. Чё-то, это кинотеатр проекционный. Ну, здесь хороший сигнал. А, ну, растяните их, прием передачи. Ну, а, прием, чтобы видеть, да, чтобы видеть. Да, да, да. Прием передачи. Сейчас. О, вот они. Прием передачи, вот. Идеально. Это да. Прием передачи, тын-тын, все нормально. Хорошо. А другая, не четвертая, третья, соседняя, так, как-то. Смотрим, третья. Вот она. Тоже, видите? Ну, тоже все хорошо. Так. Но тут и побольше будет осушек. Хорошо, растяните. Сейчас растяну. И посмотрим, видите, здесь тоже пилы немножко есть. Ну, не так сильно, как там. Но вот там этот... же осушек почти 250. На второй, да, вот то, что да. Было? Ну, посмотрим сейчас, сколько осушек. Так, что-то и где оно, что оно тут не фурычит. Не знаю, я вот делал то же самое, что и было. А, все. Побежало. Угу. Что, здесь пустот много, что ли? А, я понял, что вот надо вот так. Угу. По времени о, теперь все красиво. Прижать. Да, да. Да. Не, чтобы вот это вот стало посередине, начало отсчета, чтобы вот начало, чтобы было посередине. Так, ну вот у нас все красиво. Так, сократим чуть-чуть. То есть здесь такой средний уровень, ну тоже хороший сигнал. Но здесь больше, да? А вот вторая там вообще жуть, да? Первая, вот вторая забиты. А ну, есть, да? Так, вторую делаем, угу, да? Сейчас, угу. 2, 4. Вот та, которую мы ремонтировали. Да, которую мы, да, тут, конечно, блин, вернемся. Да, тут вообще... Ну, оно и это тоже понимает. Ну, прижмите, чтобы понять, получил, передал, получил, а, это? Передал. Да, пожалуйста, да. Конечно. О, красота, сейчас, следующая. Сейчас передвину все это дело. О, вот, значит, вот мы передали, получили. Так. И последнюю давайте, вот эту первую линию. Первую интересно. Линию, сейчас посмотрим, где тут у нас. Не дотягиваемся. Так, это у нас дата. Вот она. О, здесь тоже у нас красиво. Тоже здесь. Это первый нормально. Этаж, здесь много да. Осушек, много. Но здесь тоже, да, так это неплохо. Однако, так, сейчас, секундочку, вот я сейчас это смещу вот так вот сюда. Угу. Вот о. Это первая линия. Вот о. Такие вот. Ну почти как вторая, то есть длина большая ну, уже. Сожмите прием передачи, чтобы посмотреть. Вот о, она. Красавчик. Вот она есть. Ну тоже пил. Ну то есть качество земли, вот чем сильнее вот этот ответ подскакивает туда выше, тем хуже качество земли. Но здесь вполне вот нормальное. У нас получается здесь 5 вольт в клетке, значит. А пол клетки это 2,5 здесь вольта. Только провода серебристые. Только нету провода. Мямов и да, нету да, да. Разрывов между да, осушками. Да, да. Все то есть нас... смотрите, тут цельный провод полностью по первому этажу. И дата целая 24,12. Нету разрыва в осушках. Там все провода соединены и провод жестко соединен. Ну, короче, все понятно. Перебрали да, все. Все, да. Все варианты мы видим.